Следственным отделом УФСБ России по Саратовской области в отношении жителя города Саратова 1994 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 прим. 1 Уголовного кодекса России. Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Реализованным комплексом оперативно-розыскных мероприятий получены данные, что подозреваемый посредством электронной почты установил и поддерживал отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем одной из проукраинских террористических организаций, действующих от лица спецслужб Украины и в ущерб безопасности России. Ранее следственным отделом УФСБ ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 прим. 2 Уголовного кодекса России, а именно публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.